Google. Еще один поп-ап Google в Нью-Йорке. Круто. Давай посмотрим. О-о-о. Давай. Посмотри. Серега, прикольно. Yeah, wow. Yep. Да. Так. Ну, посмотрим. Внизу. Хочешь? Там, мне кажется, фотография делала. Короче, toolbox. Туда здесь есть же телефон, планшет, полминик у нас есть дома. И планшет. Это для управления этим. Да, для управления всем. Вот это такие коробки. И девушка сказала, что если мы даем свое ID, то нам дают одно устройство и пользоваться сколько мы хотим. И потом мы вернем, и нам дадут ID. Это все бесплатно. Только ID. Как бы твои документы. Смотрите, такую коробку дадут. Что думаете, ребят, стоит ли брать это и пробовать? Мы думаем взять Pixel 3 и попробовать его на фотографии, видео, блог. Давай. Вот Леша сидит, думает. Будем брать телефон, Леша. Давай попробуем. Пойдем спросим. Если только ID надо, давай возьмем. Надо, нет. И зато я уже все думал, попробовать Google, почему так рекламируют хорошо. И говорят, что он реально хороший. Там лишь крутые селфи можно делать. Говорят, типа групп селфи. И если мы сейчас попробуем за бесплатно, я думаю, это круто. И отвезем на мы честно будет челлендж. Всю неделю уже будет пользоваться Google Pixel 3. Если понравится, купишь его вместо iPhone XS. Это вряд ли, но... Давай попробуем. А вдруг понравится? Нет. Я свой фото иди. Давай, доставай свою фото ID. Это прикольно. Не надо этот телефон. Окей. As well as a card that help you kind of test the device out. Please don't put any passwords on it. Anything like that. Again, just take it out of the store and have a backpack. Thank you. Wow. Double problem, Josh. Thank you. Так, ну что, мы взяли какой iPhone? Стой. Сразу камера открывается. Мы взяли Pixel 3 и будем сейчас его тестить. Посмотри, первое то, что у нас здесь есть, это open up the camera by pushing the power button twice. Oh. Два раза жмем. Камера. Офигеть. И там, мне кажется, внизу по лестнице спуститься можно сделать крутые фотки. Оу, селфи. Офигеть. Крутая камера, нет? Ну, все равно. Вау. Это HD? HD какая-то. Офигенная фотка. Это сам для тебя. Инстаграм сейчас прибирает. Ну, сторис. Обалдеть. Ну что, заходите в Инстаграм? Давай. Давай. Давай попробуй. Так, давай будем смотреть следующий. Можно делать групп селфи, то, что мы только что сделали. Ну, только вдвоем. Вот. Крутая камера вроде. А, вот он. Сейчас надо руку убирать, Кирилл. Крутая камера. Круто, блин. Только что есть. Крутая камера. Ну, вниз спустимся. Давай влог начнем дать снимать. Влог? Лол. Что, ты можешь посидеть, отдохнуть? Офигеть. Kawaii Kitchen, Tunnel Gallery and Unlabeled Record Store. Лёш, там запишешь трек. Там девчонка записывает трек. Unlabeled Record Store? What the fuck, Лёш, мой следующий фейс. Офигеть. Tell Show. Ёма. Офигеть, камеры. Вау. Hey Google. Hey Google, show me my photos of donuts. Oh. Showing your photos. Ну-ка, показывай. Hey. Hey Google. Show me my photos of donuts. Showing your photos. Yo. Офигеть, Леша, реально донус показывает. Отдыхаем здесь в Гугле и смотрим на фотки донатса. Так, следующее. Hey Google, show me my photos of disco balls. А, погромче. Hey Google, show me my photos of disco balls. Showing your photos. Вау. Прикол. Слышишь, какие качели? О, Леша снимает свою первую сторис на Pixel 3. А он не снимает, ты нажал. Сидеть. А, вот, теперь снимаем, давай попробуем. Класс. Как тебе телефон? На андроиде, Леш? Никогда не пользовались? Давай попробуем сейчас. Давай. Это Kawaii Kitchen от Google. То, что ты можешь у Google спрашивать. Все, что связано с кухней. Hey, Google.
How many calories are in mac and cheese? 310 калорий в одной чашке макароны с сыром mac and cheese. 310 калорий. Круто. Буду знать. Ну, круто? Прикольно. Следующий вопрос. Hey, Google. Hey, Google. How many fiber in apple? Ну-ка. There are 4.4 grams of dietary fiber in 1 liter in apple. Класс. Так. Открываем мой холодильник. Протеиновый шейк, протеин. О, waffles. Офигеть. И томатный кетчуп. Frozen veg добавил, с органи. Hey, oh. Hey, Google. Hey. Show me how to make eggnog. Sure, here's the recipe. Wow, homemade eggnog. Смотрите, вопрос. Show me how to make eggnog. So, how many tabs are in a liter? Мы вот здесь. Вау, вот мы взяли попробовать новый Google Pixel 3, и мы сделали пару сториз, селфи, и спрашиваем у Лёши. Ну, Леша в Инстаграме спрашивает у людей, типа, как вам качество? Ну, мне кажется, он немного отстает от Apple, от iPhone. Ну, прикольно выглядит, ну, смотри, просто попробовать. Красивый селфи, ну, по идее. И вообще, очень красивый Google. Мне нравится здесь всякие три комнаты, где ты можешь попробовать кухню, просто разговаривать с Home Mini. Там, ты покажи мне такую фотографию, такую. Есть какой-то рекорд стор, но мы даже не заходим, потому что там очень много народу. И там девчонки песни записывают, представляешь? Вау. Ну что, поюзали, вроде прикольно. First story on Google Pixel 3. What do you think? Давай. Прикольно. И остались следующее. Класс. Блин, красивый селфи получился. Да, красивый, очень красивый селфи, но все же. Ну, попробовали с Google первый раз, и прикольно. Интересно, да? Да. О, кстати, подписан на мой инстаграм. О, да, Леша инстаграм. А еще у нас есть очень офигенный инстаграм Oral for Clown. Видно, да? Да. Там есть Twins Eats New York City. Наверное, самый у нас продуктивный контент у всех. Да. Здесь мы выкладываем ежедневный контент. Там у нас есть гейминг. Это наш сайт, так скажем, хобби, да, всем нравится. И обязательно на Twins Formation. Здесь да, полностью наша трансформация тела, например, да, последний наш челлендж. Это было от Крис Керри, 25 дней. Да, ну все, Леша, наверное, пойдем из Гугла, попробовали новый телефон. Был прикольно. О, да. Я рад. Было очень интересно. Да. Ну, Леша, я для обложки фотка. Стой, стой, стой. Не, покажи телефон как-то, что-то. А. Ага. Это Gingerbread Tea House. Офигеть. Это Доминиканцами, в котором мы в Бейкер заходили. Офигеть. Ну-ка, попробуем зайти. Hi. Come on in, join yep. the experience. Thank you. Лол. Прикольно. Смотри. Прикол. Тут везде вопросы написаны, Леша, которые ты можешь спросить у Гугла. Да. Как бы нет границ у него. Смотри, на все вопросы. Офигеть. Вроде кстати, ты можешь спросить, make the tree house, right? Офигеть. Такой вот домик получается, джинджерберри домик от Доминика Энцели. Смотри, какие лампочки, офигеть. Красиво, да? Сейчас видел. Класс. Прикольно, Google, как обычно, красиво. Да. Вот, реклама у них топовая. Вот, ну не знаю, мало народу пользуется Google. Да, это точно. Но они пытаются. Да. Two. Same thing? Yeah. Yeah. Вау, заказываем в... Куда мы зашли? А, Неспрессо. Такая здесь крутой кофе. Чокол таблет. А что такое вафл шот? Box of 6, 27 бакс. Возьмем дома. 4.50, вафл шот, давай попробуем. Вафл шот? А, это будет эспрессо шот, и потом ты вафл кушаешь. Макароны. Два макароны, две макароны. Макароны. Yeah, one thing, one box of macaroni. What flavor do you like? I think one with the red and white. Разбавить чаку? Вау. О, вафл шат. Как здесь красиво, Леш. Крутяк. Я. Обалдеть. Впервые зашли именно с кафе. И это очень красивое, красивое кафе. Сейчас две машинки. Я помню, здесь тебе и рекламу делают, и кофе. Ты можешь здесь купить машинки кофейные себе домой. Офигеть, наш кофе.
Лёшана, кофе, смотри, как кофе готовится. Машинки продаются? Да, 30% тут, делают кофе, ты можешь попить и купить машинку саму, Лёш. Это магазин и кафе. Вот мы покупаем себе машинку. Я тоже хочу себе машинку кофейную купить. Такой красивый. Такая крутая. И можем себе капучино дома делать, Лёш. Вау. Берём это. Yep. Сказали себе два макарона. Есть. Наш кофе уже готово. Лёша, кофе. Thank you. Вау. Вау. Wow. Две печенюшки. Макароны. Да, макароны. И мы взяли два кофе с almond, милком и взяли hazelnut вкус. Со вкусом орешка, короче. Да. Естественно, орех. Вау. Wow. Давай, Леш, будешь пробовать? Да. Свой макарон у меня уже в руке раздавал. Давай шоколадный. Давай шоколадный. Да. Wow. Давай. Как тебе? Вау. У меня стробей, у Лёши шоколадное. Кофе хазелнут, вкусное. Макарон со стробей. Пробуй. Вау, вот это вкус, Кирилл. Классно, да? Кофе обалденное, с хазелнут. Да. Такой мягкий вкус, да? Приятное сочетание. Желе какое-то. Классное место. Попробуй. Давай шоколадную попробуем. Давай. А откуси еще? Дай мне половинку. Честно, это первый раз, когда я пробую макарон. Да? Ты когда-то пробовал? Я нет. Но ни разу не пробовал. Это мой официальный первый раз, когда пробую макарон. Шоколадный и клубничный. Как тебе? Вкусно, да? Вкусно.